«Ты женщина, и этим ты права», – писал когда-то Валерий Брюсов, посвящая слова любимой. Продолжая традицию русских классиков, сегодня все стихи, песни и комплименты звучали в адрес прекрасных дам. А среди зрителей их было немало. Чтобы подарить прекрасное настроение и море улыбок в преддверии Международного женского дня, традиционно ДК имени Ткаченко подготовил праздничный концерт. Каждый раз стараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы 8 марта праздничные мероприятия в этот день сделать как можно ярче, как можно добрее, как можно красивее, потому что этот праздник любви, весны и самое главное, это праздник наших любимых женщин, которых мы с удовольствием поздравляем, любим и желаем огромного счастья. Творческие коллективы города порадовали милых дам яркими костюмами, задорными танцами и трогательными песнями. Также со сцены звучали слова благодарности главной женщине в жизни каждого человека – мамочке. Многие не могли сдержать слез. Цветы, комплименты и самые теплые пожелания. Все внимание сегодня для вас, женщины. Свою любовь прекрасным дамам в этот день выразили не только работники культуры и артисты, но и первые лица города. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Желаю, чтобы в каждом вашем доме было много счастья, детский смех, надежное мужское плечо, ну и, конечно же, благополучие каждой нашей семье. Мне сегодня выпала большая честь, как и главе государственной администрации, от всех мужчин нашего города поздравить вас с наступающим международным днем 8 марта. Желаю вам семейного счастья, материнской радости, благополучия, теплого дома, полной чаши, мирного неба. Дарить всем вокруг радость и улыбки одним только своим присутствием. На это способна настоящая женщина. А какими еще качествами она обладает, рассказали гости и организаторы праздника. Настоящая женщина надежная, любимая, любящая. И она должна быть обязательно хорошей мамой и хорошей женой. Это та женщина, на которую, когда смотришь, ты понимаешь, что ты мужчина, и что ты живешь на земле, и ты чувствуешь себя счастливым человеком. Она добрая, красивая должен быть всегда быть, ну как мама. Смелая, сильная, надеется только на себя. Безусловно, всеми этими качествами обладают наши приднестровские красавицы, а еще вдохновляют мужчин на самые смелые поступки. С праздником, дорогие женщины! Екатерина Белогривая, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.